Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 10-11 час. Я сейчас завтракаю. Я тут себе на ночь делала овсянку, запарила семена разные, которые у меня приходили. Потом семя чио с молоком и ложечку меда без сахара. Я ем, и Маша у меня давала ей тоже. Она ей понравилась. И вот кушаю. Скоро Катя у меня уехала в город. Они сегодня идут на турбазу, на какую-то там... А Егор ждет, у него скоро будет онлайн урок, что ли, или что там, короче, наподобие классного часа по камере будут все классом они общаться. А у нас вечером собрание будет. Так что вот так вот. Вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего утра, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем еще раз здрасте. Я поехала в город. Но не в город. Я поехала в лагерь на почту. Получилось так, что почему-то моя посылка ушла туда. А чтобы перевести на эту почту, надо заплатить. Поэтому мне легче саму съездить и там ее получить. Ладно, поехали. Приехала в лагерь и сейчас иду уже на почту. Иду искать почту. Я тут ни разу на почте не была, поэтому я даже не знаю. Ну, по... Яндекс.Карте посмотрела, примерно знаю, где находится. Вот сейчас мне надо туда и утопать. Я не понимаю, почему моя посылка сюда именно пришла, а не на мой адрес. Говорит, написано якобы до востребования. Я никогда не делаю до востребования, я всегда делаю на свой адрес. Я ничего понять не могу. Ладно, сейчас узнаем, спросим, посмотрим, что да как. Так что пойдемте. Вот так вот. Здесь лагерь, это что-то какой-то дом новый построен. Ладно, идем искать почту. Все, ребят, забрала посылку. Не знаю, что в ней, но все, домой придем, откроем, посмотрим. У меня, по идее, должен был прийти цветок почты. Я его очень сильно жду и очень переживаю. Ну вот, посмотрим, проверим заодно. У нас такой ветер сильный, просто одуреть не встать. Вообще, такая у вас погода. Дорогие друзья, приехала я домой. Сейчас покажу, что взяла. Ну, давайте пока это отложу. Взяла творог, хочу сделать кое-что. И сметанку. И взяла 3 булки хлеба. Сейчас покажу дальше. Хочу сегодня сделать детям пудинги. Чиа пудинги. Если интересно, то оставайтесь с нами. Что для этого взяла? 3 мандаринки. Курагу. Изюм. И киви. А остальное у нас все дома есть. Ладно, дорогие друзья. Сейчас пойдем с вами на койку распаковывать вот эту посылку. Я как подозреваю, что там даже. Ну, думаю, что это там. Сейчас пойдем откроем с вами. Так, дорогие мои друзья, что я хочу делать? Я вчера запарила семена чио. Как вы знаете, они очень полезны. Маш, кружку моем. И сейчас буду делать пудинги. Как я буду делать? Буду. Видите, как они у меня запарились молоком? Просто я брала молоко и семена чио. Видите, как они у меня хорошо запарились? Прям классно. Так, вам там плохо видно, да? Сейчас вот приготовила тут немножко 2, 4, 6, 8. Так, 2, 4, 6, 8, 9 кружечек приготовила. Положим понемножку сюда семян чио. Такие как бы немножко пудинги сделаем деткам. Так, разложила я везде пудинг. Ну, чё, сейчас хочу разложить немножко. У меня тут есть киви. Буду в каждый контейнер по чуть-чуть добавлять. С киви, мне кажется, должно получиться очень вкусно. Такой сладкий, как бы, десертик. Киви, кстати, попался очень мягкий, очень рыхлый такой. Я первый раз детям делаю на пробу. Мне подписчица писала, что он полезен. Семена чи очень полезны. Поэтому вот где то,
Тут еще сок остался, ну вот в этот контейнер сольем. Также я тут замачивала изюм. Сейчас водичку солью и будем разлаживать тоже по контейнерам. По стаканчикам. Напишите обязательно, что вы ложите. Если кто-нибудь из вас делает, что вы обязательно кладете в такие пудинги. Ну вот я понемножку добавлю, буквально чуть-чуть. Тут, конечно, пудинга-то этого вообще мало, но это я на пробу чисто делаю по чуть-чуть. Раскладываем везде. Понравится — нет, деткам. Если понравится, будем делать еще. И вот такая вот курага у меня нарезанная есть. Тоже немножко добавляем. Ну, конечно, это ни о чем. Я понимаю, что сейчас многие мне напишут: Настя, что так мало? Ну, вот сколько сделала. Я не знаю, можно нет замачивать семена чиа водой. На, посмотреть в интернете. Ну, а вы мне напишите тоже. Так. И вот так вот. Вот. Сверху положим еще чил понемножку. Сейчас разложу и будем украшать потом еще с вами. Так, дорогие друзья, вот так вот сейчас подвину, чтобы было видно. И также я еще хочу в такие пудинги добавить мед. Маша хочет без меда, да, Маша? Угу. Которая твоя? Да, любую. Ну, немного меда. Без меда хочу. С медом оно сладость даст. Сахар не будем ложить, будем мед. Не надо, не надо. С медом, мне кажется, вкуснее. Напишите, как вы думаете, дорогие мои друзья. С медом. С медом, конечно, да. Мне тоже. И потом все это перемешаю и дам деткам. Посмотрим, понравится им такое или нет. Но мне нравится. Я уже ела такое, поэтому я знаю, что это вкусно. На завтрак можно. Можно на поздний перекус такой сделать. Очень вкусно получается. Меда я совсем понемножку ложу. Видите, как... Так, все, мед разложили. Можно вот так вот перемешивать, и получится с медом оно очень и очень вкусно. Ну, вот это вот будет моя, наверное, порция, раз уж я перемешала. Вот я люблю именно вот в таком виде есть, как йогурт получается. И сейчас разложу деткам, еще дам вот к этому йогурту мандаринки. Вам туда же положить? Ну, нет. 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 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас 7 раскидаем. Нет. Не дубицинками. Все, меня от такой остался. Вот такой вот, ребят, у нас получился пудинг. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И обязательно напишите, с чем делаете вы. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. У нас утро понедельника. И, Ваня, скажи привет. Привет. Да, мы с Ваней куда идем? В больницу идем, к зубному. Мы были записаны к зубному, у него зубик побаливает. Надо сходить залечить зубик. У него один единственный во рту зуб. Поэтому идем нас... А! Ну, видите, Ваня сегодня новую курточку одел. Да, Ваня? Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ну, а мы поехали в больницу. Еще раз здравствуйте. Я на улицу вышла, хочу сейчас пойти свеклы пособирать немного. Поставить, утворить свеклы, салат сделать. Слышали, что у нас в Пермском крае творится? Господи, как детей жалко, это вообще кошмар какой-то. У нас воду отключили, Егор с бани воду несет. Но я показывать не буду это. Домой несет, сейчас там поставим варить. Ну, а я взяла с собой ящик, штатив. Пойдем сейчас сначала в парнике посмотрим, какая там у нас свекла уродилась. А потом уже здесь на грядках мелочевку пособираем, да, отварим ее. Господи, что, говорю, творится в мире? Везде стреляют что-то. Аж страшно становится. Я немножко, ребят, приболела. У меня горло болит. А так, в принципе, ничего, нормально.
себя чувствую. Ладно, идем с вами в парник. Все, парник, видите, разобран. Одна свекла осталась. Я взяла с собой ящик, штатив сейчас поставлю и буду собирать. Тут свеклы-то, по сути, немного. Вот здесь мелочевку можно курям отдать. Мелочевку курям отдадим. Ой, штатив пока так поставить. И посмотрим, что у нас тут родилось. Парник это получше, она тоже курям вот это вот пойдет. Вот это вот на еду. Видите, небольшая, но своя все-таки же. Все-таки же своя. Правда, небольшая, но что теперь? Какая есть? Да, ребята? На еду хватит и ладно. Но в парнике получше, я вам скажу, свекла. Вон какая свеколенька. Вот так вот сейчас соберем что-то. Курям отдадим, что-то себе на еду. Сколько есть, все свое. Ношу с собой, как говорится. А тут муж уже все поупирал. Там парники тоже он уже все убрал, всю траву все убрал. Все, пойдем сейчас туда на грядке собирать дальше свекло. Вот, ребят, буду сейчас тут смотреть, что курям, что нам. Будем потихоньку рвать и уже в еду пускать. Что-то перебрем. Видите, некоторая хорошая, некоторая очень плохая. Некоторые вот ботва вроде большая, да, а эта свекла вообще махонькая. Вот, хоть немножко на еду набрать. Вот видите, какая небольшая. Видите, ботва маленькая, свекла маленькая. Напишите, какой у вас урожай свеклы. Будет тоже очень интересно. Ох, какая. Вот так вот. Завтра мы с Ваней опять идем к зубному. Сегодня сходили, завтра опять пойдем. Опять надо будет идти к зубному. Я решила сейчас с вами прохожу, зубки пролечу, а потом уже посмотрим с Мариной. Походим к зубному. Потому что сразу с двумя это не вариант. А я крапива. Ладно, сейчас оборву листочки, посмотрим, сколько получилось, хватит или нет на салатик. Все, вот это вот насобирала. Ну, тут немножко совсем. А там листья. Напишите, что вы делаете с листьями свеклы. Мы обычно курям отдаем. Мы их никуда не используем. А вот свеклу сейчас поставим варить, кушать. Будем салат. И снова доброе утро. Мы с Ваней, с Машей идем на остановку. Маша в школу. А с Ваней второй день идем к зубному. Сегодня Маша, да, одна в школу идет, потому что Света на дистанционном обучении и Егор тоже на дистанционном обучении. Это 8 и 9 класс на дистанционном. Остальные классы пока учатся. Сегодня днем мне надо вот Оксану отправлять. Да, привет, привет, Тайсон. Да, да, ты мой хороший. И Катю отправлять надо будет в школу. Ладно, поехали мы к зубному. Всем хорошего дня. У нас уже день. Я решила съездить со Светой, надо купить курицу, да что, кое-какие продукты и прикупиться. Поэтому съездим с ней, возьмем что-нибудь, то дома что-то все заканчивается. А мы за продуктами, закупку продуктов в этом месяце так еще и не делали. Сейчас жду Свету и пойдем с ней. Вышла посмотреть, что в огороде творится. Курица у нас уже в теплом сарае. Поэтому вот так вот. Показать решила, что да как у нас тут. Свекла вот немного выдергивала, остальное пока не трогаю еще. У нас как бы еще не сильно холодно. А? Опять
Ну, что-то, наверное, опять отопление делают. Что еще могут делать там? Скорее всего, отопление делают. Ладно, дорогие друзья, поехали мы со Светой в город. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Приехала я уже домой. Съездили мы с мужем в город. Зашла еще шоколадки, взяла две. Ну, сейчас дома покажу. Такие простенькие. Яшкины еще какие-то дешевенькие. И булочки разборные, чтобы сразу чай попили. А то что-то я сегодня сладости вообще детям не брала. Они скажут: мама, ты что, про нас совсем забыла? Так, по мелочи. В аптеку зашла насчет лекарства. Узнала. Ну, пипец, цена, конечно, дорогая. Я лучше в аптеке склада себе таблетки закажу. От головы опять. Потому что голова ужасно разбаливается. Пишите, какая у вас погода. Что у вас творится. Сейчас пойду покажу все, что я купила. Все, что я заказала. Обзорчик небольшой вам сделаю. Если интересно, то оставайтесь. И пока не теряйтесь. Я вдруг опять пропаду. Как получше выздоровлю. Но сейчас получше мне уже стало. Поэтому будем понемножку снимать. Не говорю, что прям много чего-то. Но что-то постараюсь. Сейчас домой приду, вкратце расскажу, что у нас на завтра планируется. Съездила я со Светой в город. Как вы видите, я сегодня на себя уже одела новую водолазку. Холодно на улице стало, она как раз шею прикрывает. Я тем более сейчас немножко приболела, но не в этом суть. Так, что купила? Я там взяла немножко орешек, чисто с чаем, так как, потому что я еще сборную булочку взяла. Поэтому им хватит этого на раз чаем попить. Также купила две шоколадки. Яшкино темные. И вот такую вот какую-то с апельсином. Такую детки еще не пробовали. Поэтому взяла им две шоколадки. Также купила батон колбаски. Вот такая вот. Популярная какая-то. Вареная. Ну, не знаю. Вкусная, не вкусная будет. Посмотрим. Разрежем, потом с вами посмотрим. Дальше что взяла? Майонез из фруктов, что я деткам взяла, это виноградик. Сейчас пока виноград не сильно дорогой, пусть кушают. Помидорки взяла, лук взяла, лук обязательно нужен, и яблочки по 68 рублей за килограмм. Так, здесь все. Сейчас покажу дальше. Ну вот сейчас покажу вот так вот. Вот это вот я взяла пакет. Заказывала на Валберес. Отруби. Там получается упаковка из 10 пачек. 229 рублей. Это отруби. Вот такие вот ржаные. У меня детки их очень любят с молоком. Тут 10 пачек. Поэтому вот они. А в магазине они стоят 29 рублей за пачку. 290 рублей получается. Дальше, что я взяла в городе. Три туалетные бумаги. Бутылка кетчупа. У нашей Васи опять закончился корм, поэтому пока маленькую купила, но буду заказывать через интернет большую упаковку. И три курицы взяла. Больше ничего, ребят, не покупала. Просто тащить не могу. А то, что со мной Света ездила, от нее вот это так себе. Сейчас еще покажу то, что в вазоне. Тут еще пакет. Так, две булки хлеба. А, тут хлеб у нас есть. Ну ладно. Я чересчур много хлеба взяла. Ну, по идее. Зато завтра утром не надо покупать. Идти в магазин. Также 2 литра молока купила. Дальше тут сок брала, пила по дороге. Ежедневные прокладки брала, это фикс прайс. Дальше губки. Губки у нас, это проблема, губки у нас постоянно заканчиваются, поэтому я взяла вот такие вот губки. И сейчас покажу еще другие. Потом гель для душа у нас тоже махом. Что, вот многие спрашивают, что у вас быстро заканчивается. У нас всегда быстро заканчивается. Это шампунь, гель для душа, губки для мытья посуды, жидкое моющее средство для посуды. Мне кажется, это самые ходовые такие предметы. Дальше что взяла? У нас в магазине взяла кусочек сала копченого. Такого очень вкусное, кстати, сало.
Потом девчонкам взяла вот такие обычные ручки, не гелевые, потому что гелевые в младших классах запретили. Поэтому вот такие вот. Свой любимый лимон с имбирем. Вот, ребят, вкуснятина еще там. Ну и Света попросила мед опять взять. Мед хорошо пьют. И вот такие вот вторые губки беру. Тоже очень нравятся они мне. Они такие хорошо очищают. В принципе, неплохие. Тоже их покупаю. Ну вот такие вот получается две пары губок на неделю. Вот это вот на неделю как раз хватит. Может чуть больше. Губки у нас очень часто. Они чуть начинают неприятное ощущение, я сразу выкидываю. Как бы не держу. Вот такие вот в целом покупки. Что планируется на завтра? Завтра у нас с Ваней мы записаны опять к зубному. Идем к зубному лечить зубик. Потом по пути мне надо зайти в энергосбыт, заплатить за свет и за воду. Это обязательно уже завтра надо идти платить. А так, в принципе, вроде бы больше ничего. Все то же самое. Ну, такие вот дела, ребята, у нас. Не теряйте меня. Я надеюсь, что я в ближайшие дни оклемаюсь. Будет совсем все хорошо и будет все нормально. Многие будут сейчас спрашивать, в чем причина. У меня просто совсем упало давление. Очень низко стало давление. Зеленый чай я сейчас не пью. Пью обычный чай. Обычный чай поднимает. И кофе иногда пью, чтобы оно поднимало давление. Ну вот, пока вот так вот. Виски очень сильно болят. А в чем причина, я пока не знаю, ребят. Многие пишут, что это мигрень, но я не знаю. Серьезно, больницу я никуда не записывалась. Пока не иду в больницу, сама пытаюсь вылечиться, а там посмотрим. По поводу огорода, картошка выкопана, еще раз повторяю, потому что очень часто спрашивают, Настя, выкопала или нет картошку. Картошку выкопала. Свеклу буду на днях выдергивать, все выкапывать. Буду ли на зиму огород пахать? Нет. Мы всегда весной пашем, потому что лишних денег тоже, как бы, понимаете, у нас нету. Ну, такие вот дела. Вот такое вот было сегодня видео. Если понравилось, ставьте лайки. И прошу вас, не теряйте меня. В ближайшие дни постараюсь оклематься получше и уже к вам вернусь. Ну вот, пока вот так вот. Ладно, всем хорошего дня.